Деревня Крутец. Тихое малолюдное местечко на окраине Владимирской области. Эта далекая от столицы глубинка так и осталась бы в тени больших исторических центров страны, если бы не один известный факт. Здесь в конце 30-х годов 18 века в своем доме упокоился один из самых верных сподвижников великого Петра, русский генерал, участник знаменитых боевых походов Иван Иванович Бутурлин. Он был не только военным, но и научным деятелем, а еще стоял у истоков создания первых российских следственных органов – майор канцелярий. Под его руководством расследовались важнейшие уголовные дела. Ему доверял сам Петр I. Ведь именно Бутурлин заложил принципы независимого следствия, которыми до сих пор следуют современные правоохранители, сотрудники Следственного комитета России. Офицеры СК России почтили память генерала, а рядом с местом, где когда-то располагался его дом, следователи высадили молодые саженцы. О славных делах сына, пусть далекой, но такой важной для нынешнего поколения эпохи, теперь будет напоминать дубовая аллея имени Ивана Ивановича Бутурлина.